Хей, йо, гейс, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2. Что-то там Edition. Окей, в прошлой серии мы с вами нашли молот. Молот мы кузнеца нашли, который нам сможет выковать хорошие доспехи и хорошую броню. Да, доспехи и броня — это одно и то же, я знаю. Я хотел сказать меч. Ладно, не суть. Потом мы с вами получили амулет из частичек. На, чувак. Эх, какой-то недовольный. Я слышу, где-то камень летает. Вот твой молот. Мне кажется, ты что-то искала. О, каменная кувалда! Ты нашел его! О, я даже не знаю, что сказать. Спасибо, скажи. Не буду отрывать тебя от работы, Валус. Если ты когда-нибудь снова попадешь сюда, ты увидишь вещи, наделенные еще большей силой. Он опять тупит, он ходит туда-сюда. Давай чекнем твой инвент. О, Валус хорошо потрудился. Мы можем похвастаться обновками. Уже 2000. Ладно, ниша. Хотя, ну, даже если смотреть, что они дорогие. Еще немного, и это станет твоим. Блин. А насколько у меня коса? Нихера себе молот. Ну блин, у меня там шансы на криты и все такое хорошее. Вау, 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 вау. Урон молнией. Ух ты ж, ё. По броне что у нас? Его защита падает. Ну, сопротивляемость хорошая, находка золота у нас есть. Чего стоящего? Ну, блин, на самом деле такое себе. 50-50. Не. Все, я выполнил, я молодец. Ступай с миром, всадник. Теперь мы идем. Куда мы идем? Мы идем к нашему другу. Мужичку тому. Изучиваем новые таланты и отправляемся уже по сюжетке. Потому что... Так, две миссии. Вот эти найти и убить, это у нас в древе. Так, а ты что, у нас тоже в древе? А, не, у нас один в древе, один здесь. Камни это везде, повсека, везде, что где-то вообще возможно. Поэтому сердце горы, поехали. Да, я потом вернусь, где слышал этот камешек. Так, давай. Есть что-то новенькое? Вихрь комбо. Так, серия размытых шагов, взяток удара жнеца позволяет расправляться с большими группами врагов. Удар, удар, пауза, удар. Так, двойная пушка. Блин, я, куплю, конечно, это. Удар косы жнеца. Мерь перезывает жнеца для нанесения сильного удара. А нужно оно мне? Смерть призывает жнеца, чтобы отбросить летающего врага. А, ну, в принципе, летающего врага. У нас остается 15 тысяч. Да? Давайте в кузнице купить. Так, сколько у меня косы? 69,79. А там у нас косы поскольку были? 89, я точно помню цифру. И все. Давай, 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 давай. Осмотрись получше. У нас есть ног. Да ладно, не жадничай. 50. Увы, косы все-таки по... Еще немного, и это станет твоим. 60... Немножко, еще немножко. 65 тысяч. Да ладно. Слушай, это не да ладно.
Довольно хера. Хотя здоровье за казнь. А, у меня денег не хватает. Держу в курсе. Денег нету. Да, новые вещи поприбавлялись. Еще немного, и это станет твоим. Но они очень дорогие. Блин, что это за фигня? Ладно. Давайте ей... Что привело тебя тихо, сюда? Тихо, продать. По 1000 мог продать. Одержимые двойные. В принципе, если я продам, если не нужный хлам. Ладно, не, я лучше, короче, в оружие все запихну, да и все. А, вот так, да? Так. Косы, подожди, если... Можно их улучшить, в принципе. Смотри, что будет. Улучшить. О. Так. Принять жертву. И принять. Улучшить. Принять жертву. Сейчас использую ту, которую да, я юзаю, да? Нет. Принять. Как улучшить? Принять. Принять. Может, она даже будет лучше, чем у меня. Принять, принять, принять. Улучшить. Принять. Принять. Так. В принципе, урон шоком. Магия урона огнем. Ярость за убийство, нет, все-таки коса стала херней, какая и была. А... Отмен, ладно. Попродаю, короче, фигня все. Да. Валус! Костяная секира. А, сила отпора, стоять. Пробивная сила. А я что, его не юзал? Так, надеть, оно. Ух, а это спорно сейчас. 190. Так, 91.25. Вау. Крит шанса. Я лучше этот возьму, слушайте. Так, иди сюда. Продать. Неплохо подойдет к остальному. Я и ту продал, ладно, посрать уже. Валус. Все продаю. Там бабла у меня уже накопилось. Да, 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 да. Валус. Валус, Ванус. Не бу... Так, ладно, продам тоже. Валус сумеет это использовать. Все. У меня 106 кусков. А это и те же пассатижи. Так, урон льдом, здоровье за убийство, ярость за крит. Пробивающий урон, урон, урон шоком, крит шанса.
Блин. Здесь ничего такого интересного. Ничего интересного. Не. Вот это нормально. Блин, я, конечно, бы за косу отдал бы. Так. Здоровье за убийство. 80-92. Ну, урон везде одинаковый, как я понимаю, у этого оружия. Так. Крит урон. Пробивной урон, в принципе, я думаю... И урон льдом там идет у нас. Здоровье за убийство. Крит энергия. А тут у нас критов нету, да? А не, есть криты. Блин, давайте, ладно, короче, куплю за вот это. Косу, хотя это 10 уровня. Да, нужно косом. Что привело тебя сюда? Надо менять косу. Давай мне косу эту. Хера ты как дешево хочешь ее у меня купить? Так, надеть. А хотя они нормально выглядят даже. Так, а вот это я продам тебе. Неплохо подойдет к остальному. Да, все, в принципе. Что за звуки? Где? Не попадает. Попал. Потом нужно еще будет полететь, подскатить ко мне. Стоямба. Это я сюда отправлюсь. Ух ты ж, ё-моё, поехали. Громилыч. И у меня еще 40 кусков на руках. Время пришло. Давай я хранителя. Что стало с другими хранителями? Во сне я ощущал много своих собратьев, но только один зовет до сих пор. Ура! Древнейший хранитель. Его песня преследует меня, хотя камень его утратил. Окей, давай, короче, в плавильню пошли. Расскажи мне о плавильне. Это священное место, где камень наделяют душой. Отсюда оно не кажется таким священным. Тьма мало что пощадила в нашем мире. Но плавильня — волшебное место. В ней сила. И с твоей помощью мы снова сможем ей завладеть. Нихера себе крик. Здесь опасно, как для камня, так и плоти. Нет ничего постыдного, чтобы вернуться назад. Это также не имеет смысла. Ты слышал, что сказал хранитель? Идти одному опасно. Тебе понадобится моя помощь. Да сейчас серьезно? Ну ладно, пошли. Но они хотя бы выглядят, знаете, такие, как ангельские. Короче, выглядят как в этом, в Байонете. Враги были.
Зачем он мне нужен? Так вмешаться будет. Сокровища нигде нету, да, поблизости? Нету. Мне нужна сраная цепь, чтобы убить того демона летающего. Так, сердце горы, пробудите стражу. Если я смогу изучить вот эту магию, типа с пробуждением, тогда я смогу уж вызвать себе этого. У того, помните, что валялся у нас? А, вот сундук, чё. Дальше, дальше, дальше. А, плавильня. Хера себе молот. И хера себе. Это такие древние были? Или что? Так, все, у меня full heal. Опа. А, решетки. Ты меня стопи? Он меня стопит. Ё-моё. Только попробуй меня застопить, когда буду драться с каким-то врагом. Так, карта мне нужна сразу. Туда я попаду отсюда, либо так. Хорошо. Замечу, что мне еще неизвестны вот эти две вещи. И вещи именно по способностям, я имею в виду. Вещи еще три... Эти. Ну хотя. Фиг. Кто его знает на самом деле, сколько и тут еще будет игра. Потому что мне и цепь нужна, чтобы летать. Мне нужно камни полетай. Пособирать. А летай. Ты меня имеет мне, что ли? Да. А это, знаете, чем-то напоминает мне The Messengers. Так, мне нужно на ту сторону, да? Нормально, приземлился. Хорошая броня. Очень хорошая броня. Так, а можно их как-то... Статистика. Это фиговая статистика. 36 защиты, тут 67 опыт. Там, находка золота. Минус находка золота и плюс минус опыт. Но зато сила и защита хорошие. Блин, не знаю. Блин, давайте буду в защиту лучше качаться. Меньше пробег. Меньше пробивать будут. О! То есть я манаки урона нашел. Жопа. Так, там было. Куда-то место? Нет, там не было места, это хорошо, значит, мне туда не нужно возвращаться просто так. Файт. Да, файт. Да на этот раз. Ты еще не закончил? А, нет. Все, можем идти. Блин, мне кажется, нужно было лучше без него идти. Давай, давай. Да пускай падает. Так, и зачем я это сделал? Ты что, херел? Должен был до конца ее держать. Так, смысл сюда было. Руна.
кусок страницы. Ага. Ага. Круто. Тень. Я вижу, там текстур нету. И зачем это было? Ладненько, запускаем снова. Здесь нужно будет все позорвать, но мне кажется, из-за количества этих кристаллов я быстрее буду с помощью робота это делать все. Ты идешь? Ух ты ж. Это страж, всадник. Если ты собрался найти древо, нам придется пробудить его. Как кто? И что потом? Страж сделает то, ради чего был создан. Уничтожит порчу, не пускающую нас к древу. Он выглядит вполне готовым. Почему он стоит без дела? Его тело готово, да. Но стоя на месте, он остается лишь мертвым камнем. Чтобы вдохнуть в камень жизнь, мы должны передать ему суть сердца творцов. Для такого большого троих... И как это сделать? Эти сердца камня были завершены, как и страж, но так и не были поставлены на место. Все они в храме. Нам нужно только найти их. Тогда погнали. Или пошли. Не знаю, что он хотел из этого сказать. Не, на самом деле... Ты не ваншотишь? Ой-ой-ой, это сейчас будет плохо, если я немного запорол с оружием вторым. Ага, провяжу робота. Не вижу нифига. Так, вижу подъем, хорошо. Здесь подъема нету. Пойдем тогда сюда. Ага. Допустим, я пока что не понимаю. Там подъема нету. И здесь что-то я сомневаюсь в поисках. Так, мы оттуда пришли. Сюда. Ух ты ж, ё-моё. А, в принципе, нормально. И это все, что ты можешь? Так, сундук. Все, что находится наверху. Тупые головоломки. Так, мани. Мне нужен робот. Как мне достать того робота? Так, это сокращение пути. Чтоб ворота не открывать постоянно. Ага, вот еще проход. Закрытый проход.
Блин, а я других вариантов и не вижу. Что мне делать? Да тут что-то есть? Нет. Хотя да, тут есть. Тут есть читерский проход наверх. Ай. Главное, что он... Плохо то, что он падает. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Черт. Да ёлки-палки. Я просто другого варианта не вижу. Я не вижу другого варианта. Но он не допрыгает, он туда не залазит. Непонятно. Сейчас приду. Так, ладно. Побежали. Я, короче, вылез с ямы. Не знаю, но если верить моему этому ворону, то нужно идти сюда. И... И что я должен сделать тут? У меня же бомбы нету. Хорошо, но указывают мне куда-то сюда. Иди сюда, всадник. Я тебя подброшу. О, вот так даже, окей. Ну кто мог знать, что нужно к нему подойти, чтобы он меня кинул? Кто же мог подумать? Это невозможно. Так, еще две урны. Можно идти дальше. Ага, тут у нас голем. На самом деле их потом потрачу, вот эти фигнюшки. Я куплю самую дорогую. Самый дорогой предмет там. Этот сундук. Так. Так, откуда я вылез? С той стороны, значит, мне нужно сюда. Угу. Отлично. Так, шарик. Так, следующий водоем. Не-не-не, сначала за сундуком. Во-первых, сундук. Так. А теперь мне нужно... В эту сторону, получается, да? Да. И зачем? Ага, вот так. Хорошо. Держи до конца. А, мне просто херякнуть нужно.
Готово. Если тикает, это значит на время. Да не, кажется, нет. Так, давайте запускаем, залазим. И поехали. Ну, это не проблема. О, пойду здоровяка бить. О, что-то хорошее выпало. Сейчас буду держаться тебе, ага. И главное, они мне не дамажат, ничего такого. Да бей, бей, бей. Все? Что там, справляешься? Все? Все. Так, во-первых. Если не забываю, рука ломает. Так, можно ехать, потом я сюда зайду. Так, сразу эту херь ломаем. Делаем сокращение пути. И сейчас я его пока что покину. Мне нужно пойти забрать сначала тут сундук. Потом заберем мы этот. А, еще вещички забрать, там вижу синий дроп. Фигня. Понятное дело, что фигня. Ну, продать можно будет потом за хорошую сумму. Так, зелень. Это все дело продаваемое. Тоже обычный сундук. Ой, а знаете, я сейчас думаю о чем. А мне туда робот не нужен был? Да, мне нужно сюда робота. А там у нас СССР, робот не нужен, все. Поехали. Главное не сбиваться с пути. Теперь дело за тобой. Окей. Ну, я вижу сундук наверху. Ай-яй-яй, его так сразу не достать. А там цепь. А по стенке не пробежать, ладно. А по стенке не пробежать. Бац. Бац. Подыщ. Готово. Сундук. Где сундук? Где сундук? Я вижу сундук. Я вижу на карте сундук. Ладно. Епсики. Лава, лава, лава. Вау! Я не думал, что она урона несет. Я думал, это типа фона. Окей. Так, с этим мы справились. Новый враг.
А где урон льдом? О, вот урон льдом нанесся. Бум. Все? Или еще будут? Опять громила. Ого, так ты тоже замораживаешься, приятель. Еще заморозишься для меня. Тихо. Бам. Так, вот это уже хороший предмет. Надеть. Так, ботинки. Фигня. Фигня, 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 фигня. Так, кажись здесь, да? А где челики, которые здесь были? А, сундук, походу, вот там, в нижнем проходе. И мне туда не попасть. А, пока робот пускай тут стоит, я думаю. Приятель, пошли дверь открывать. Давай, давай. 70% того, что мне этот робот пригодится. Хотя роботы не открывают двери, поэтому... Да. Ну, может быть, в дальнейшем он еще пригодится. О, старейший. Тебя. Пока ты меня не метнул. Так, это исследовано. Ага. Добро, ну полетели. Ай-яй-яй, больно. Отличненько. Да, все. Что тут должно быть? Что, о чем? О, класс. Мне либо карту сейчас дадут, либо... Да. А, страницу я хотел сказать, но что там с страницами мне не везет. Дверь и пойдем наверх. А что у нас наверху? Кажись, мне еще туда рано идти. Откроем дверь. Похоже на арену. Ау. Это, кажется, было тоже в первой части. По мне этим. Полет. А, смертельная схватка. Так, смертельная хватка позволяет смерти вцепляться в определенные цели с большого расстояния. Так, он может подтянуть небольшие предметы к себе, либо сам потянуться к крупным предметам. Окей.
Хорошо. Мы делаем сейчас две вещи. Во-первых, возвращаемся обратно. Идем за сундуком. Блин, сундук там наверху, а у меня... Я не знаю, как туда попасть. Без двойного прыжка. Так, гуляем. А, то есть тут сундук был. Значит, там наверху страница была. Что, погнали тогда за сундуком, который находится в лаве? Я лично за. Я только разозлился. Пускай дерется, я сейчас приду. Я сейчас приду, пускай сам дерется. Побежали, 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 побежали. Хорошо разогрелись. Это сейчас серьезно было? Я не могу потянуться. Окей, получилось. Я не могу. Нет, можешь. Упси. А не суть. Все равно они мне магия. Погнали. Он мне бесит. Мне было спокойнее играть, когда было все тихо. Пошли, птица туда говорит. Где ты летишь? Вот птица говорит, что сюда. Давай, полетели. Хорошо, одержу тебя. Угу. Только зачем она меня сюда позвала? Но я здесь этого поднимал, робота. Не понимаю немного. Зато я теперь могу этого убить. Демона того. Возможно, со стороны это кажется простым, но ты не мог бы поторопиться. Окей. Меня ворон немного надурил. Хотя, может быть, этот шар мне и нужен. Но одно я знаю точно. Ну давай, за тобой. Веди меня. Я знаю точно, что я теперь могу пойти на демона огненного, но есть один нюанс. Как переключаться? А, да. Точно. Договорился. Так, берем и таем. Блин, как мне понять? Стоять, сохранить параметры. Мне нужно управление. Назначение клавиш. Фу-фу-фу. Быстрый пинок, уклонение, облик жнеца.
Это атаки. Атаки. Так, на следующего врага, следующая пауза. Раздел, надел, режим нацеливания. Режим так, удар косой. Снаряжение. Галп. Прыжок. Прыжок. Отскок, херня, 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 херня. Погружение оружия. Ладно. Да, я не понимаю немного. Как мне переключаться между рукой и пистолетом? Можно, в принципе, на этом, я думаю, закончить. В принципе, уже время, поэтому давайте так поступим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.